Всем привет, народ! Сегодня решил снять распаковочку. Пришла мне вот такая посылка, логистические решения СДЭК. В ней, собственно, штуки, связанные с ножами Victorinox. Собственно, я обожаю ножи Victorinox. Давайте смотреть, почему решил снять распаковку. До этого никогда так не делал, но, знаете, говорят, что если поделиться своей радостью, то она увеличится ровно во столько количество раз, сколько... Со сколькими людьми ты поделишься? Собственно, делюсь своей радостью. Пусть ее будет у меня много-много-много. Это, кстати говоря, мой сам себе подарок на 23 февраля. Блин, я там... А, я что-то испортил. Я испортил классный пакет Victorinox. Блин. Вот я урод. Блин, ну как так? Ну смотрите. Такой классный пакетик. Так, ладно, все, минус пакет. Будем смотреть, что у нас там такое. Так, во-первых, вот такая вот большая штука. Пока пусть полежит, посоздает интригу. Я знаю, что там такое, а вы нет. Поэтому должно быть интересно. Так, дальше. Вот такая вот штука. И вот такие пакетики. Вроде бы все, это можно выкинуть. Так, будем разбираться по ходу. Итак, первое содержимое вот такого пакетика. Собственно, здесь делов-то на самом деле рублей на 100, наверное, я заказал. Видно, да, что это такое? Это отвертки. В некоторых ножах Victorinox они идут уже в базовой комплектации. А к некоторым я вот, мне их много, на самом деле, я предпочитаю докупать. Вот так оно сюда вкручивается, хоп! И, собственно, повышает функционал ножа, потому что вот эта вещь действительно нужна, особенно летом, подкрутить, ну, например, очки. У меня такие были, кстати, на этом ноже была такая штука, я потерял успешно. Вот. Как еще можно с помощью этой отвертки увеличить функционал ножа? Да все очень просто. Берете и вот сюда аккуратненько наматываете тоненькую, ну, можно не тонкую, можно просто нитку. Собственно, наматывается нитка, и потом... Вот сюда закручивается. Соответственно, у вас всегда с собой есть маленький кусочек ниток. Собственно, пару раз мне такой вариант помогал, когда прям пуговица отлетает. Раз, смотал. Что касается, куда деть иголку, да, в ноже также есть возможность спрятать иголочку. Я делал следующим образом. Вот сюда, пинцет. Выбирайте маленькую иголочку, сюда раз, иголочка. Хоп, зажали. И обратно. Все, и у вас получается есть и иголка, и набор ниток, ну и отвертка, то, что я сегодня купил. Так, что здесь еще есть? Еще увеличим функционал моего ножика. Здесь есть булавка, фирменная булавочка. Вот, кто не знает, есть такая штука в ножах Victorinox, как... Оп, вот здесь видите отверстие, вот оно. И это отверстие для как раз-таки... Кстати, такие отверстия не на всех тоже ножах есть, только на каких-то хороших. Хоп. Я сюда, кстати, тоже обычно пихал. Я до этого никогда не заказывал подобные булавки. Просто пихал обычную канцелярскую какую-нибудь такую шайбой, но... Ну, прям так совсем кошерно. Вот, все. Полный комплект. Вот, это что касается ништяков, да, маленьких. Это еще на один нож, там еще одна запасная булавка, потому что я уверен, что потеряю. Естественно, я каждый раз, когда себе что-то заказываю, я заказываю еще и зубочистки, потому что зачастую зубочистки приходят примерно вот в такое состояние. Это вот новое, это вот то, что у меня было в ноже. Фу, ужасно. Вот, все, меняем. Вообще, надо сказать, что по прямому назначению, естественно, я эти зубочистки не применяю никогда, да? Ну, потому что, ну, конечно, я тогда применяю, когда что-то совсем большое застрянет. Вот, но по большей части такая зубочистка нужна там сам нож почистить, что-то подковырнуть, те же самые ногти почистить. Поэтому рано или поздно приходит вот в такое состояние. Собственно, делов-то эта штука стоит 10 рублей. Проще заказать новую, и будет у вас классная новая штука. Вот, это что касается мелочевки. Переходим, вот, оп. Ой, какой он хорошенький. Какой он хорошенький и маленький. Victorinox Classic. Собственно, здесь у нас ножницы. Здесь у нас маленькое лезвие. И пилка и отвертка. Вот. Ну и, естественно, пинцет. И, естественно, зубочистка. Все новое, все классное, все идеальное.
У меня был такой, вернее, даже есть, но я его отдал жене, и я его отдал жене месяца три назад и страшно страдал, вот серьезно. Я всегда с собой ношу либо такой, либо еще больше у меня есть, либо какой-нибудь поменьше, у меня действительно их много, но вот такой должен быть всегда, я считаю, на ключах это обязательно. Вот он у меня есть. Кстати, желтый был, вот решил заказать прям классный красный. Так, и хватит висеть интриги, давайте покажу, что еще заказал. Собственно, это тоже Victorinox. Это на кухню. Это на кухню. Это столовая. Ну, не столовая, это как это сказать? Нож. Нет, он, наверное, не разделочный. Он, наверное... Просто нож для кухни. Вот. У меня просто до этого какие-то нонеймы на кухне. Я решил попробовать. Если прям понравится, если будет классно, вот, то, наверное, все, что есть на кухне, все у меня перейдет в Victorinox. Ух, кстати, тоненький совсем. Да, кстати, лезвие тут, мне кажется, прям такое же, даже еще тоньше, чем вот на классическом Victorinox. Прям тоненькое, тоненькое совсем. Хлипенькое, хлипенькое. Не знаю, как себя поведет. Вообще, конечно, ну, выглядит прям дешмански. Ну, он и на фотках такой был. Вот самое прикольное здесь, это, собственно, надпись Victorinox или Victorinox. Вот здесь еще Swiss made. Типа сделано в Швейцарии. Все, у меня тебе на кухне тоже есть швейцарский нож. Так, спросите, где заказал. Все ссылки обязательно оставлю в описании. Классный продавец. Зовут Ксения. Быстро, четко, красиво. Вот, каждый год себе что-нибудь новенькое заказываю. Ссылки в описании. Ксении большое спасибо. Все, друзья, всем пока. Пользуйтесь хорошими ножами.